Всем добрый вечер. Клуб Петроградец, школа боевых искусств Дениса Чумова. Шикарный зал, не за стеклом. Редко попадает поработать здесь, первый раз у меня. Ну, слава богу, что он есть. Очень хороший. Матик, падает хорошо, приятно. Ну ладно, продолжаем. Предыдущий ролик в этом клубе мы показали следующий. Дзюдо. Картер. Я забрал, партнер начинает мою руку, мою ногу отрабатывать. Чтобы он до конца ногу не отработал, я забираю ручку, ногу сбрасываю на и таз переношу на шею. Ухожу немножко тазом с правой стороны. Бедром чуть-чуть убираю в опору, потому что если будет опора у него вот здесь, он меня не захватит. Или отталкивается рукой вот сюда, да, все, ничего не получится. Если же я тазом ушел вот сюда, то ему тяжело уже будет что-то сделать. Рука выключена. Выключена. И здесь забираем захватик и душим. Это был предыдущий ролик. Но бывают ситуации, когда у партнера кимоно разболтанное, или у меня руки очень ловкие. Вот захват здесь на шее. Да. Он начинает делать. Я контролирую его, да, тоже стараюсь контролировать. Ну, в какой-то момент мы зависли, да, здесь. Я поднимаю таз, и рука отсюда уходит на вот сюда, изнутри. Вот это удушение. Остальное то же самое. И здесь давление кимоно на себя, а ногой от себя. То есть вот это тянет вот сюда, а ногой бедром от себя. И плюс еще правое бедро отключает его левое плечо. Здесь весь фокус в том, что ловкость левой руки в данном случае. Правая захват держит, и захват правой уже не меняет. Взял захват, который мне надо, удобный, все. И пошла какая-то работа здесь, какая-то возня, какой-то момент. Вот я ручку запускаю вот сюда, вот сюда. Вот запустил ручку. Ножки сразу схлопнул, подушил. Здесь надо поработать над тем, чтобы рука проскальзывала на обратный захват быстро. То есть вот сюда сразу прихватываем. Можно просто взять вот отсюда и, поднимая таз, ручку заряжать вот сюда. Вот таким образом. Ногой контролирую плечо, чтобы он не отработал меня. Да? Тем временем забираюсь левой рукой обратный хват вот здесь. То есть можно имитировать здесь как бы какое-то подобие борьбы. То есть партнер не манекен, а он пытается мягко, не сильно, пытается, допустим, там добраться вот сюда, да, вот защитные какие-то захваты. И вот отсюда я заряжаю руку и вышел на вот этот захват. Видите, плотненько. Как только вышел, нога опускается, вторая заряжается, и бедра свожу, душу. Из этого удушения фактически уйти просто невероятно. Из нормальных захватов ему не то что уйти, вякнуть даже тяжело на самом деле. Партер дзюдо есть, был и будет. Спасибо.